Снежка? Ой, красиво! Очень. Эпические кадры! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Думыч, Гусенек, Профит, Шлёпа, Фриз, Подлючка, Заварной Кофе, пацаны, поздравайтесь. Привет. Ассалам алейкум, братья. Ребята, я зашел в Дискорд, и подписчики посоветовали выживание в деревянном доме. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, вы готовы? Конечно. Да. Погнали. Да, готов. Мы всегда готовы. Сразу жестко, сразу жесточка пошла у нас. Оно гореть начало. Ну, кстати, у нас мод на... Сгорание удален, а оно все равно горит. Это может сама бомба такая? Нет. Зажигательная. Все, один ушел. На, сразу жестко, ребята. Кто последний останется выживший на платформе, тот будет ломать ее следующий. Я в Roblox в Дженгу переиграл, хотел типа на другую. Так, ну что, пацаны, вы там еще есть кто-то целый? Давайте посмотрим. Конечно. А, еще есть. Хорошо, на еще. Вот это жесть. Все упали? Все? Нет, еще нет. Шлёпа и думать. Отлично. Падает, падает. А, ну как-то еще. Это что, живая платформа? Так, давайте с этой стороны жахнем. Бам! Вот это прям сильно. Все. Вот, остался всё, последний. Шлёпа, победитель. Шлёпа, давай ломай, мы готовы. Желеобразная платформа, встречайте. Опа, пошел. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться и даже попасть в ролик, заходите в Discord, ссылочка в описании. Любых людей ждем. Любых, это я сказал, всех ждем. Нас уже, кстати, 43 или 44 тысячи участников, я сейчас забываю. Ну много. Ну много, больше 43 тысяч. А чё не ломает ничего? Да он это... Ломает. У него оружие бракованное, купил, наверное, где-то. Купил за 10 рублей. На Алиэкспрессе купил дешманку какую-то. Она игрушечная. В пятерочке. Давай, давай, ломай! Давай. О, вижу. Блин, то чё я постоянно как-то скольжу? Ты чё, лед? Это живая платформа, она под наклоном. Это лед под видом бревна. Да. О, понял, это какая-то новая технология. Это замороженное. Шлёпа, давай ломай, ты чё не ломаешь? Ой, ладно, можешь не сильно ломать, и чё даже. Ой. Мы пошутили. Да все нормально, гнется. Я пошел в другую часть карты. Да. Я вот давай, здесь буду, наверное. Мне кажется, вот эта часть карты более выживальная. А я к тебе иду. Давай. Мне пофиг. Мне кажется, здесь больше шансов выжить. Ну, не знаю, если проб не убьет, конечно. Ну, конечно, да. Но у меня 100 хп, все нормально. Все по феншую. У нас профит. А, Гусанёк нам пришел. Все, сейчас здесь вся семья соберется. Ой, семья, команда. А че вы опять сюда пришли? Ой-ой-ой, это он бомбу взял, которую я использовал. А че, нифига. А, я эту постройку помню. Там некоторые есть детали, которые они как бы заморожены под самой платформой. Надо разморозить их. Нет, надо просто разрушить все, расфигачить. Я внизу, но я не... О, я наверх поднимусь. А где я? Ой-ой-ой, а чё мне отталкивает? Ой, Дима, я живой, отлично, я еще не упал. Блин. Ой, забирай свои слова назад. Я помогу ему, пацаны. Давай. Не так сильно же. Нет. Это жесть просто. Чё, живые? Да. Ой-ой-ой-ой-ой! Профит выиграл? Изи. Да, изи. Красавчик, профитейшн. Конечно. Давай, профит. Ломай. Опа-па, пошла жара. Так, я лучше тут буду... А! Тихо. Все нормально. Идем ко дну, все четко. Я два выстрела стрельнул. А с чего ты гасил? А вот не скажу. Не скажу, ломайся, давай. А чё мы так клонимся? Ломай меня полностью. Это куда мы сейчас упадем? Туда, вот на крышу этого здания? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
Надо сюда. Даже не трогай уже. Надо сюда, надо сюда. Она сама ломается? Да, да, она горит просто. Ой-ой-ой, отлично, отлично. Ой, я проиграл, все, пацаны, это 100%. Я уже, по сути, на земле, я выхожу. Я хочу выжить, нет. Мягкое приземление было. И тучка. А, и тучка, все. И тучка, ты победитель? Да, да. Неужели? Красавчик, хорошо. Так. Давайте еще раз на этой постройке повыживаем, мне она нравится. Сейчас я кое-что возьму, подождите. Давай, давай, мы в тебя верим. И сольешься. Сольешься. Хотя он будет ломать постройку. Ну, это не важно. И тучка, ты готов? Да, я готов. Давай, покажи вещи, сделай так, чтобы я победил. Я вот так вот залезу сюда, мне кажется, есть смысл тут сидеть. В смысле, Дима победил? Я не хочу, чтобы Дима победил. А я тоже не хочу. А я наоборот, как это, я хочу, чтобы я победил. Не хочешь? Я тоже рад. Ой. Сейчас что-то другое возьму, подождите, а что-то... Давай, покажи вещи. Возьму вот это. Давай. Тоже сладенький. О. Так, слышу, лазерный меч открыл он. Кобуры достал. Опа, одна уходит. Опора, еще одна. О, неплохо так шатается. Че, пацаны, все живые еще? Да, да. Так, сейчас Думыч улетит. Думыч, пока. А че за бред? А че Думыч в воздухе висит? Ой, ой-ой-ой, 25 нет. хп, 25 хп. Это считается, что я проиграл или нет? Наверное, еще нет. А это... Привет, Дима. Все, ладно, проиграл, проиграл. Да я подался тебе специально. Все, фриз. О, ЛТБ. Фриз выиграл? Да. Ага, понял. Так, загружаем постройку. Чинг, залетайте, пацаны. На этой постройке самое сложное выживать из всех. Потому что нет стен и просто легко падать. Дима, умирай первым. Не, не буду. Ну что, давай, ломай. Сейчас выберу оружие. Давай. А что мы с гусеньком ходим туда-сюда? Туда-сюда, туда-сюда. Круги наматывайте. Проверяем, да? Контролируем все. Ноги контролируйте. Ой! Тихо-тихо, я за столб держусь руками. Я к вам. Танцуем стриптиз. Будь таким быть. Давай, давай, ломай! Ломай меня полностью! Дим, смотри, сейчас пробегу по вот этой маленькой палочке. Давай, ты упадешь 99%. О, ну ладно. А, да? Странно очень. Ему роль админа выдается. Да, все. Вот сейчас он, блин, он должен был упасть. Но не упал. Ну что ты там, слабак вонючий, никак не можешь поломать это здание. Да я пытаюсь. Щенок. Плохо пытаешься. Но. Маленький песик. Ой, шар R2 полетел. Так спокойно вообще, как-то слабо сегодня все пацаны ломают. Да, что-то вообще. Короче, я если выиграю, я возьму бензин. Я вообще здание 3 раза кинул гранату, все разлетелось в говно. В говно. Опа! Не, слабо. А мода у нас нет распространения огня, то она сразу будет тухнуть. Не, я его удалил с коллекции, его нету. А здание будет гореть все равно. Оно вот чуть погорит и тухнет сразу, не так как тогда было. Ой. Оно падает. Тот мод нагружал сильно систему. Ой! Ой! Ой-ой-ой! 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 Тихо, 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 тихо! Пацаны, мы живые! Мы живые! Живем, живем! Я упал. Отлично. Отлично. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Тихо. Ой, жизни отнялись. Бедный Дим. Да нормально, я все выживаю еще четко. Дима, ты там, тебя это, гвоздик за штаны прицепил? Да, булками держусь. Да все, все, упал. Так, ну что, кто у нас выжил? Я выиграл. А, еще их двое, а не один. А, да? Че Саня? А где Саня? Не вижу его. А вот Саня. Я здесь. А, вижу, вижу. Нет. А, ну и все, наверное, гусенек, скорее всего, выиграл. Да. Ну да, он последний упал. Да. Все. Ну не буду его использовать. Все, все готовы? Да, мы готовы, капитан.
Я не слышу. Готовый капитан, говно. Полетели попугаи. Капитан Гусь. Опа, серия СМ2, попугаи бешеные, полетели. Это не попугаи, это братья СМ2. А чё не ломается ничего? А он поджигает. Ломается. Поджигает и горит. Мы сейчас почувствуем, все резко просто свалимся. Дима, у нас... Ой-ой-ой. Ай, ой. Ааа, блин, упал. Ой-ой-ой, это он жестко. Гусеник вообще распсиховался. Так, внимательно смотрим. Три человека еще выживают на платформе. Один из них пытается удержаться, но второй хочет его скинуть. А третий просто стоит и думает, что он уже победитель. И так это и случилось. Победитель у нас Подлючка. Ура. Голова и два ручка. Давай, ты готов? Я готов. Мочи нас. Ой, ломай здание. Нифига себе, что-то взорвалось. А, я живой. Я живой. Ой, ой-ой-ой, ну все, в принципе, я проиграл. Один взрыв. Это что, ничья, что ли? Все проиграли? Вы ты ненормальный какой-то. Так, пацаны, предлагаю в конце делать красивый взрыв. Так, отходите все, отходите. Хотите, можете на здание быть в это время, но я сейчас взорву небольшую бомбочку. Ядерную? Не-не-не, она маленькая будет. Да не, ядерную не хочу, хочу, чтобы просто красиво разлетелась. Вот у нас есть SC-250. Ой. И чё, вообще ничего не осталось? Да. Блин. Что, ну раствор... Да не, так неинтересно, надо еще разок, пацаны. Сейчас. По новой, Миша. Все, так. Я сейчас сделаю по-другому, пацаны. Давай. Бери ядерку. Не-не-не-не-не. Я сделаю так, чтобы они сверху падали. А, нет! Да, все, отходите, отходите. Так, ребята, наблюдаем. Мне кажется, даже сама бомба, когда будет падать, разломает здание. А, все. А чё так легко? А чё она просто его раскрыла? Ну, блин, ну мне так не устраивает. Надо еще раз только уже другую бомбу взорвать. Раньше она хорошо взлетала. Я знаю, какую надо бомбу тогда. Отходите, отходите. Ой, нет. Это что? Это почему ядерка? Ой, красиво. Очень. Эпические кадры. Нормально жахнула? Это мини-ядерная бомбочка. Да. Самая маленькая, которая есть в Гаррис Моде. Смотрите, какие обломки здесь. Тогда по всей карте валяются. Если вам понравилась эта серия, я вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эй, где взрыв? А вот он.